рада приветствовать вас на нашем канале «Не скучно жить». И с таким потрясающим видом я сегодня хочу вам рассказать об одном музее. Музей называется «Гранд Макет Россия». Был открыт 8 июня 2012 года. Экспозиция музея – самый большой макет России в мире, площадью 800 квадратных метров, который является художественным воплощением образа нашей страны. От ее дальневосточных рубежей до янтарного побережья Балтийского моря. Каждые 15 минут с востока на запад над макетом надвигается ночь, для имитации которой задействован более 800 тысяч светодиодов. Представляете, море огней делает впечатление от осмотра макета действительно незабываемым. Музейный комплекс имеет продуманную инфраструктуру. Рядом с музейным комплексом есть парковка, удобная зона гардероба, кафе, чистые туалеты, прокат аудиогидов и биноклей. Можно принести бинокль с собой, можно взять бинокль в аренду именно в этом музее. Так что усаживайтесь поудобнее. Сейчас я вам покажу небольшой отрезок путешествия сестры Дениса в это увлекательное местечко. Приятного просмотра! Девочки там по полю идут, стреляют. Вон там едет. У меня сейчас все поезд, пойдет через 5 минут и скажу, как он. Уважаемые гости, в нашем музее вы можете приобрести магнит с вашими фотографиями в сувенирном магазине до выхода. Пожалуйста, пожалуйста.